Всем привет, мои дорогие зрители! Сейчас рассмотрим две эпичных темы, которые, скорее всего, вы раньше не видели, и они вам точно должны понравиться. Надеюсь, что вас заинтриговал. Если это так, то буду очень благодарен за поддержку своим царским лайком под этим видео. Теперь я покажу эти темы. Заходим в настройки, темы, личный кабинет, темы. Первая тема называется Your Mind. Применяем ее, ждем пару секунд, телефон ее под себя адаптирует. Еще фишка этой темы в том, что она несколько меняется, когда мы включаем темный режим. Итак, я сейчас вам все это дело покажу. Смотрите. Ярлыки наших приложений квадратные с закругленными краями. Очень приятно глазу и необычно смотрится то, что каждый ярлык имеет белое отсвечивание. Очень хорошо это можно заметить на таком ярлыке и приложении, как настройки. Видите, белое отсвечивание. Глазу просто приятно смотреть. Обычный виджет времени. Меню уведомлений. Вот такое вот красивенькое. Настроечки тоже красивенькие, прозрачные. Звонилочка у нас стандартная идет. Единственное, наши все контакты в различном цвете. Так, теперь смотрим фишку. Мы включаем темный режим и вуаля! Вот так вот у нас поменялась темка. Смотрите, настройки. Видите, у нас поменялись. У нас больше добавилось красных ярких оттенков вверху и снизу. Очень красиво смотрится, особенно в темном режиме. Обратите внимание, ползунок, который регулирует яркость экрана. Кардиограмма похожа. Смотрите, как сейчас это смотрится. Видите? Классно смотрится. Когда просто на экране меню уведомлений, шторка пропала, а ползунок остался. Красиво смотрится, когда мы регулируем яркость. Вот такая вот темка. Я надеюсь, вы ее оцените. Она довольно простая и очень красивая. Нет ничего лишнего. Вот так можно сказать. Теперь переходим к нашей второй теме. Она имеет в целом темный стиль. Думаю, вам тоже понравится и вы ее зацените. Вот она. Называется Writer Dark V2 V11. Применяем эту тему. Ждем пару секунд. Так. Обратите внимание, что у нас подвижные ярлыки. Стандартные ярлыки наших приложений, они подвижные. Вот мы делаем свайп влево. Видите, браузер, календарь. У нас чуть-чуть вот задвигались. Настройки колесо закрутилось. Видите? Очень красиво смотрится. Мне нравится эта тема. Так, меню уведомлений. Смотрите. Вот такое вот в целом. Настроечки наши. Очень красивый черный стиль, яркие ярлыки нашего функционала, ярлыки немножечко изменены. Звонилочка тоже у нас в темном стиле. Меню блокировки экрана. Вот такой вот. Минимализм, все четко и по делу. Дата, время, все что нужно. Тема мне нравится тем, что подвижные здесь ярлыки приложений. И в целом темный стиль. Классная тема, я думаю, что она вам понравится. Вот такие, ребят, две темы. Если они вам понравились, буду очень благодарен за ваш лайк. Спасибо всем за внимание, всем успехов и удачи!